Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу приготовить салат с кальмарами. Для приготовления данного салата нам понадобится кальмар, который мы отвариваем. Кальмары мы используем свежезамороженные. Можно, конечно, использовать и из банки, но это будет уже совсем другая история. Также отвариваем 5 яиц. Соня, учуяв морепродукт, уже на низком старте готовится к дегустации. Также для этого рецепта нам понадобится свежий зеленый лук и огурец, ну и, конечно же, зеленый горошек. Прошло 10 минут, наши кальмары готовы. В скором времени будем нарезать их соломкой. Яйца также сварились и ждут своей очереди. А мы начнем с огурца, его надо мелко порезать. Как я сказал чуть ранее, режем кальмары соломкой. Добавляем сверху зеленый горошек. Яйца в свою очередь дождались, поэтому теперь нарезаем их. Далее мы мелко нарезаем зеленый лук. Смотрится очень аппетитно, еще немножко штрихов, и наш салат будет готов. Добавляем черного перца, солим по вкусу, ну и добавляем майонез. Легким движением руки все тщательно перемешиваем. Салат получился очень вкусный и сытный. Всем желаю приятного аппетита. Не забывайте, что до Нового года осталось совсем чуть-чуть, поэтому радуйте себя и близких оригинальными рецептами. Увидимся!